Редкое заболевание, системная красная волчанка, разделила жизнь Левона Хачатряна на до и после. Мальчик мечтал стать звездой футбола, но теперь ему каждый день приходится бороться за жизнь. Левону требуется срочное лечение в Германии. Стоимость двух курсов химиотерапии – 2 миллиона 325 тысяч рублей. Но семье мальчика такие расходы не потянуть. Сбор средств для Левы открытый. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать половину суммы. Левон Хачатрян занимался спортом и мечтал стать звездой футбола, но однажды его жизнь изменилась навсегда. Мальчик проснулся с сильным отеком тела. В больнице поставили диагноз – нефротический синдром. На гормональное лечение организм ребенка дал реакцию – начались судороги. Тогда врачи заподозрили системную красную волчанку. Повторные анализы подтвердили страшный диагноз. С тех пор каждый день Левон отважно борется с болезнью. Нас сразу отправили в Москву. Там нам сделали биопсию, и диагноз подтвердился. Выписали необходимое лечение. Мы практически 3 месяца пролежали, ему вставать нельзя было, потому что почка плохо заживала после биопсии. Но как бы такового видимого результата не было. Родители решили лететь в Германию. Там мальчику назначили необходимое лечение. Результаты были впечатляющими. Практически наступила ремиссия. Не только по анализам, но и по внешнему виду, по ребенку видно, насколько нам помогла Германия и их терапия. У нас здесь были высокие показатели и белка, то мы их после Германии не снизились. Отеки полностью ушли. И с брюшной полости, и с ног. Но Левона ждало новое испытание. Вирус ОРВИ дал осложнение. Болезнь ударила с новой силой. Семья срочно вернулась в Германию. Там мальчику провели 4 курса химиотерапии. Мама рассказывает, даже в больничных палатах Левон не отрывался от учебников. Усердно занимался и никогда не падал духом. Мальчик учится на отлично. И пусть из-за болезни теперь занимается не в школе, а дома, не унывает. Потому что сдаваться не в его правилах. Изначально было тяжеловато, но потом не надо было падать духом и держаться до конца. Понимал, что мне так будет лучше, что будущее будет зависеть только от меня. Семья меня поддерживает морально, они всегда поддерживают меня. Делают так, чтобы в моей жизни не было преград. Из-за болезни о мечте стать футболистом пришлось забыть. Даже легкая простуда может вызвать серьезные осложнения. Сейчас у Левона новая мечта – стать врачом, открыть свою клинику и помогать людям. Я и представляю большой, чтобы очень было много корпусов. Там была современная техника, чтобы персонал был, главное, добрый. И врачи знали, что надо делать. Оплачивать перелеты, лечение, реабилитацию семье Хачатрян помогали благотворительные фонды и неравнодушные люди. В январе Левону вновь нужно пройти курс лечения в Германии. Биопсию и гормональное лечение клиника проведет бесплатно. А 2 курса химиотерапии стоят 2 миллиона 325 тысяч рублей. Больше половины суммы уже собрали, но остается совсем мало времени. И сейчас Левону очень нужна наша поддержка. Вместе мы поможем ему жить яркой, полноценной жизнью и осуществить свои добрые мечты. Валерия Козаева, Давид Битиев. Новости Осетии.